Добрый день, меня зовут Казакова Светлана Васильевна. Я являюсь преподавателем Центра компьютерного обучения, специалист по направлению финансовый менеджмент. В течение 15 лет я являлась финансовым директором крупного промышленного холдинга. В настоящее время я являюсь владельцем 3 консалтинговых бизнесов, которые занимаются как предоставлением услуг ведения бухгалтерского учета, финансового аудита, так и построением систем бюджетирования и управленческого учета на предприятии. Направление финансовый менеджмент достаточно широко представлено в центре специалист. Здесь найдут для себя курсы как и начинающие специалисты, так и уже опытные гуру данного направления. Для начинающих специалистов в области финансового менеджмента у нас есть такие курсы, как «Основы бухгалтерского учета для специалистов» и «Основы экономики для специалистов». Здесь они не только познакомятся с основами профессии, но и узнают новые для себя термины, формулы. Для опытных специалистов я рекомендую такие курсы, как «Основы управленческого учета и бюджетирования» и «Организация бюджетного контроля Microsoft Excel». Уникальным преимуществом нашего центра по данному направлению является то, что все преподаватели являются практиками, то есть по-прежнему работают в сфере финансового менеджмента. И вы сможете получить не только знания, но и ценную практику, которым они щедро с вами поделятся. Если вы видите развитие своей карьеры в области финансового менеджмента, приглашаем вас посетить курсы данного направления в Центре компьютерного обучения «Специалист».